Ассистента социальности Кискею Мишеля Кристеки. Хочу поблагодарить их за то, что они занимаются не только технической работой, конструированием, но и творчеством, и разрешить объявить результаты. Диплом победителя за третье место вручается Алексею Екатерине. Диплом победителя за второе место в номинации «Конструктивно-технологическое решение одежды» вручается Еляничеву Татьяне Цыгановой. За первое место в номинации «Конструктивно-технологическое решение одежды» вручается Савельевой Надежде и Угадыровой Наталье. Спасибо большое, Наталья Александровна. А мы продолжаем. Спасибо, девушки. В этом году на конкурс было представлено около 100 проектов в номинациях «Общественный жилой интерьер», а также «Виртуальная среда». Для оглашения результатов конкурса в номинации «Общественный интерьер» приглашается доцент кафедры дизайна и художественного проектирования изделий по ВГУС Татьяна Григорьевна Чирикова. Название проекта «Дизайн проекта умного бутика».